Волонтер – это не профессия, а состояние души. Так считают участники Анапского волонтерского движения, которые собрались в филиале Сочинского университета, чтобы поздравить друг друга уже с официальным праздником. Юноши и девушки, люди среднего и серебряного возрастов – для них всегда есть дело, которое их объединяет. Волонтеры Анапы, волонтеры серебряного возраста – это наши друзья, надежда, опора, помощники во всех наших начинаниях, во всех мероприятиях. Я хочу поздравить вас с этим событием, пожелать вам огромных успехов в дальнейшем. Волонтеры трудятся в разных областях. Они помогают старикам, детям, спасают животных. Участвуют в организации праздников и международных событий. Отличительная особенность в том, что они не берут взамен ничего. Все это они делают из лучших побуждений. И сегодня ряды анапских волонтеров существенно расширились. Новичкам были вручены волонтерские книжки. Ангелина Михайлова в числе счастливых добровольцев. Сбылась ее давняя мечта. Мы с подругами давно хотели попасть вот к волонтерам. Пришли, записались. Нам вручили книжки, и мы такие радостные, круто, у нас теперь есть книжки. Также волонтеров поздравила с праздником председатель территориальной избирательной комиссии Анапская Татьяна Завизион. Она особо отметила работу движения во время предвыборных и выборных мероприятий. В 2018 году предстоят выборы президента, а это значит, что помощь еще понадобится. Очень здорово, что добровольцы в нашем муниципальном образовании принимают активное участие не только в каких-то акциях по уборке города, но сегодня это и очень серьезная работа по информированию избирателей в рамках подготовки различных избирательных кампаний, а также по реализации избирательных прав инвалидов на избирательном участке, когда люди с разными ограниченными возможностями требуют помощи на избирательных участках. И это у нас уже не первый опыт взаимодействия с волонтерскими отрядами на территории нашего муниципалитета. В этот праздничный вечер самым активным участникам волонтерского движения вручили почетные грамоты, благодарность, сертификаты и дипломы. Анапские добровольцы – это не просто коллектив, это настоящее боевое звено, которое по первому призыву приходит на помощь. Это те люди, которые всегда готовы мобильно оказать помощь, приехать в любое время дня и ночи и реально помочь своим делом, какой-то помощью и так далее. У нас в этом году достаточно много новых проектов в рамках сферы вот добровольчества именно. Это и волонтерская школа «Территория добра». И был проведен первый муниципальный волонтерский форум в этом году, который охватил 120 человек. Сейчас волонтерское движение Анапы готовится к чемпионату мира по футболу. Ребята учат иностранные языки, изучают основы сервиса обслуживания иностранных гостей. Но самое главное, знают, что у них обязательно все получится. Руслан Душевский, Анапа регион.